В чемпионате района по мини-футболу в рамках 6-го тура встречались «Инвест» и «Импульс» из Черновки. Черновские футболисты, команда в желтой форме, в минувшем туре добилась первой победы в истории чемпионатов, переиграв «Сергиевск». Что же касается «Инвеста», то коллектив попал в некую яму. Сначала команда выигрывала, и даже были разговоры о том, что может оказаться в семерке сильнейших. Однако в пятом туре «Синие» неожиданно уступили ветерану. Поэтому им необходима была победа над Черновкой. Но, естественно, «Импульс» с этим был крайне не согласен. Первый тайм прошел в равной напряженной борьбе, команды продемонстрировали малую результативность 1-1. Зато после отдыха голевой потенциал раскрылся во всей красе, у игроков «Импульса» наконец-то поправился прицел. То, с чем они так усердно боролись на протяжении старта сезона, наконец-то начало получаться. Да и Александр Рыжов в воротах снова выглядел просто здорово. Игроки «Инвеста» никак не могли его пробить и в некоторых эпизодах откровенно разводили руками. Валерий Лушников на последних минутах забил таки гол, и этот мяч стал красивой точкой, но отнюдь для «Инвеста» не победной. Со счетом 7-4 выиграл «Импульс», в составе которого 7 игроков забили по одному мячу. У «Инвеста» дубль на счету Максима Лукьянова, а Антон Немов забивает уже в 6-м матче подряд. Но это та пилюля, которая может лишь подсластить горечь от поражения. «Синие» начинают опускаться на дно турнирной таблицы. «Импульс», в составе которого дебютировал Кирилл Григорьев и даже отметился забитым мячом, набирает уже 6 очков. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».